В Киеве задержан организатор убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко. Об этом сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Известно, что это 47-летний уроженец Винницкой области. Некий гражданин Мельник написал на своей странице в Фейсбуке генпрокурор. В 2014-м он работал начальником охраны одного из нардепов, а когда задержали исполнителя убийства, скрылся. Напомню, 4 апреля 2014-го Василия Сергиенко избили во дворе его дома в Курсунь-Шевченковском, а после похитили. Тело журналиста нашли на следующий день в лесу на окраине города.